Глава города Твери Алексей Огоньков в рамках инспекционной поездки посетил ряд объектов, благоустройство и строительство которых ведется в рамках национальных проектов «Образование и жилье и городская среда». Подробности далее. До забора что будет у нас? До забора зеленка. Тротуар и да, газон. То есть у нас дороги здесь ничего никакой не будет. Пешеходная тропинка, да, и здесь будут еще стоять столбики, чтобы машины доезжали. Такие выездные совещания на территории, которая скоро станет одной из главных общественных зон пролетарки, проходят раз в две недели. Вместе с подрядчиком обсуждаются все текущие вопросы: укладка брусчатки, обустройство ливневой канализации, установка декоративных фонарей и малых архитектурных форм. Есть вопросы синхронизации непосредственно благоустройства этой набережной с дорожными работами, с работами по обрезке деревьев, с устройством тротуаров на месте отдыха. Вот, чуть правее от этого объекта. То есть все вот эти объекты мы сейчас увязали в единую канву. Я уверен, что к концу августа мы здесь получим хороший, красивый объект. А это сквер на улице Можайского. Здесь собрались инициативные жители Южного, которые еще 3 года назад активно голосовали за благоустройство этой территории. Председатель совета дома Андрей Митюрев рассказал о планах горожан по дальнейшему развитию зоны отдыха. Прямой выход, то есть напрашивается, потому что, смотрите, у нас со Славы, с кольца Можайского, то есть идет променад вдоль улицы Можайского, он будет нормально переходить вот тут вход с той стороны в парк, то есть как бы и, соответственно, это будет хорошо и городу, и парку, да, и жителям. Да. А еще в новой зоне отдыха по инициативе депутата законодательного собрания Антона Секержицкого, к которому обращались местные жители, была установлена система видеонаблюдения, что позволит предотвращать факты вандализма. Далее участники инспекционной поездки посетили детский сад на улице Планерной. Здесь завершаются работы по устройству канализационной насосной станции и ливневой канализации, монтаж оборудования пищеблока, а также расстановка оборудования в групповых помещениях.